К другим темам. Жители новостроек в ближайшие годы не будут платить за капитальный ремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области. Согласно документу, установлен временной отрезок, в течение которого жители новых домов будут освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт. Речь идет о 5 годах, последующих за введением объекта в эксплуатацию. По истечении этого срока жители новостроек должны будут платить так же, как все. Это новый переход сегодня, то есть вопрос решения ремонта жилья, они сегодня практически лежат на жителей. Да? И это было бы несправедливо на самом деле, что новое жилье, сегодня такой же сбор производится, а ремонт будет производиться там через 30 лет, условно я говорю.